Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Виндаванам Манохарам Панчакалпатарувашакипасиндубевача Патитананг Павани Бхавишнабхибхьо Намо Намо Мукхам Кароти Вачалам Пангунглам Хетгирим Яткипатамаханг Ванде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттой Намо Нама Нараяна Намаскитта Наранча Ива Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Дире Шанкиртане Кришна Катху Падеше Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Джукта Бхакти Прамадакша Джагод Варуну Дейям Сада Парибхабхагна Мабиштадухам Тетас Падам Сива Виренченутам Сараньям Витатихам Панатопаль Бхабад Дипутам Банде Махапурусоте Чарна Равиндам Ятпада паллавана качандамани чатая Беспуриджи такимапикапамадушва дарши Пурнану рагара сасагара сарамурти Сарадхикамай кадакипам каруши Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужау канака бодату Шанкиртаной кабитару камала айхатакшо Вишам бару дижавару жугодарма пало Банде жагат приякару каруна аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диппарупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхаванурупе насада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивуши тобам вагам Нараяно приямананга мада пхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджушва бадане Лакшмир жасвача бакшаши Жасьястехиде самбид Вам нишингамахам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Ачаджар Аранир Аддушад Антева Уши Уттарарани Татпровачанам Сандхьянам Бидда Сандхи Шукаваха. Ачаджар Аранир Аддам Шад Антева Уши Уттарарани Татпровачанам Сандхьянам Бидда Сандхи Шукаваха. Гаудия Госвипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру told. Гаудия Госвипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что ачарья никогда не может быть выбран или избран. Ачарья никогда не может быть выбран каким-то обществом, это невозможно. Ачарья, он самопроявлен. Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, что это невозможно выбрать какого-то ачарью. Ачарья, он самопроявляется, он самопроявленный объект. И нашими личными усилиями, выборами никто не может стать ачарьей. Своими усилиями личными или чьими-то усилиями, чьей-то поддержкой, какими-то голосами каких-то избирателей. Никто не может стать ачарьей. Ачарья, он посланник самого Бхагавана. Бхагаван, он посылает ачарью сюда, в этот материальный мир, чтобы спасти нас. Это факт. И поэтому Бхагаван сказал ачарья мам виджаньят. Будьте уверены, что я ачарья. Я пришел в форме ачарья. И те, кто сумасшедшие люди, пытаются захватить пост ачарья в храмах, это великий урок для них. Конечно, мало кто его примет. Кто-то хочет стать ачарьей. Кто-то имеет такое желание. Они Абхилаш. И вот такой они Абхилаш только может скинуть вас в океан Майи, в ад, буквально. И та шлока, с которой начала, она очень важна. Бхагаван Си Кришна говорит Удаве. И вот Бхагаван говорит о Удав. И вот если мы вот возьмем два сухих куска дерева, будем тереть друг от друга, вот во Вриндаване мы видели, если два сухих дерева из-за ветра не трутся друг от друга, и возникает огонь. Пожары лесные также возникают иногда. И таким образом этот пожар происходит, когда из-за сильного ветра эти сухие деревья трутся друг от друга, нагреваются и загораются, и сгорает весь лес. И ветер тоже разносит этот огонь по всему лесу, и он сгорает. Много раз мы видели это в Раджастане, там и здесь, на западных странах такое тоже бывает. И вот Бхагаван Си Кришна говорит, первое, откуда этот огонь возникает? Если я спрошу вас, откуда этот огонь возникает? Откуда? Огонь уже внутри,
внутри этого дерева, но в такой в латентной форме, в непроявленной форме. Но из-за трения этот огонь проявляется. И вот Бхагаван Шри Кришна дает такой пример Удаве, о Удав. Ачарья. Ачарья значит тут какой идеальный ачаран. Идеальный характер, идеальное поведение, идеальный образ жизни. Тот, кто способен зажечь божественное знание внутри вас, он называется Ачарьей. Тот, кто способен буквально вложить, взрастить, сжечь божественное знание внутри вашего сердца, он зовется Ачарьей. И вот суть в том, если мой Гурупад Падма не может дать мне божественное знание, может быть две причины. Первая, Гурупад Падма не настоящий, не подлинный, не имеет татвагьяны. Или, может, ученик тоже не настоящий, не искренний или не способный. Две причины, три даже, или оба таких не настоящих. То есть первая, какая-то падшая душа заняла пост ачарьи и дурачит людей. Второе, это неискренний лицемерный ученик, либо вот третий, оба таких. Но Шрила Прабхупад говорит, не может быть, что если Гурупад Падма, великий преданный, у него есть осознание, прямое чувство, как в этой шлоке описывается. Гурупад Падма говорит, что Гурупад Падма, он может дать нам тогда божественное знание, если мы искренне, по-настоящему, когда наше шаранагати, самопредание совершенно, то тогда это все хорошо. И вот Шрила Прабхупад хотел объяснить нам, что такое дикша, процедура дикши происходит в разных местах, но почему божественное знание крайне редко возникает, если вообще возникает, и как такую процедуру можно назвать дикши, в процессе которой божественное знание не проявляется. То есть эта процедура дикши не может называться дикша. Это нечто, с помощью чего Гурудев, он может сжечь все последствия вашей дурной кармы, накопленные вами рождение за рождением. Он может сжечь вот всю вашу карму буквально, после плоды вашей кармы. И вот Гурудев может сжечь их, подобно тому, как куча сухих листьев, если кинуть горячую спичку, этого достаточно, чтобы эта вся куча сухих листьев загорелась и сгорела. Вот в Каракпуре я был на празднике Джанардан Госвами Махараджа. Вот внезапно, не знаю, кто это сделал, вот кто-то поджег кучу сухих листьев и убежал, и дымом все там, ну, задымилось. И вот что я хочу сказать. То, что жизнь за жизнью, мы страдаем из-за наших греховных действий, и последствия наших греховных действий мы должны страдать, и из-за них никто не сможет спасти нас. Все наши хорошие и плохие действия и их последствия, мы должны страдать из-за них, никто не может спасти нас от этого. И ни отец, ни мать, никто не может взять
нашу долю страданий на себя. Вот как в этом стихе говорится. Все, что мы сделали, хорошего или плохого, последствия мы должны, последствия этого мы должны выстрадать. И если нет вопроса никакого божественного знания, как можем сказать, что мы приняли дикшу какого-то великого человека, великой личности? Будет ли это подлинная дикша или нет? Скорее всего, это будет ложная дикша, поскольку дикша, процедура дикши, что значит дикша? Вот процедура, благодаря которой вы обретаете милость Гуру Падме, и то, как обрести Дивагьяну от Гуру Падме, это процедура, через которую вы сжигаете результаты всей своей прошлой кармы, дурных этих поступков, накопленных жизнь за жизнью, это зовется дикша. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, Шри Чайтанья Махапрабху, он ясно говорит, и вот как в этом судебных этих судебных разбирательствах помнить, пытайтесь помнить то, что я говорю, с чего начал, чтобы вам понять суть и связь между всем этим. И вот Шри Чайтанья Махапрабху сказал, и вот это Сиддханта Шримана Махапрабху. И вот какая-то Матаджи обрела божественное знание. И я тоже видел Матаджи, которая имела это божественное знание. Я кланялся и просила милости, чувствовалось, какое могущество, какую силу она обрела. Я знаю таких Матаджи, но, к сожалению, уже ушли из этого мира. И вот они писали книги. Но если вы почитаете их, заметите, что не она их писала, даже человек не мог написать эти книги, это просто милость выше, несомненно, Шуда Сарасвати, чистая Сарасвати явилась внутри ее сердца и через нее проявила эту книгу, этот смысл. Настолько все прекрасно, настолько идеально. Такие высокие слова, такой высокопарный слог, как будто это Матаджи видела все лилы Кришны. Как будто она созерцала все эти лилы Кришны и описывала их вживую. Как Билла Мангал Такур. Махапрабху, он сам сказал перед Рай Рамананде, о Рай. Это выглядит, что это чувство. То есть чувствуется, что он записал то, что он видел по милости Бхагавана, Брама, то, что он осознал. То, что он созерцал, он это описал всю Даму, Парикар, Вайшишту, всех спутников Бхагавана, все его деяния. Вот, вот в таких прекрасных стихах.
И вот Брама смотрел. И вот Брама все это описал, Брама Самхити, но мы достаточно глупы, и эту Брама Самхиту, только пятую часть нам досталось. Брама Самхита вот такого размера, но нам известна только пятая часть, которую Махапрабху принес из Южной Индии, чтобы утвердить всю Сиддханту об абсолютной Кришна-татве. И вот я лично знаю, что там Матаджи может совершать баджан настолько могущественно, она может даровать милость нам. И вот мы не критикуем никаких Матаджи, мы имеем полное уважение к ним, поскольку если у меня нет уважения к Матаджи, я никогда не смогу обрести татвагьяну, это заключение вед, заключение шастра. Можно видеть, настолько были целомудренные, настолько велики Матаджи. У них было какое-то особое положение, очень особое положение в обществе. Не то, что Бхагавад Махапурана или Махабарата или Бхарадраж Санхита. Нигде Матаджи не критикуется, а просто говорится, что они могут действовать как ачарьи, но имеется в виду показывать своим примером и говорить харикатху на публике тоже могут, но из-за какого-то из-за какой-то причины, какой-то такой скрытой причины, им не позволяется давать мантра. И сидеть на Вьясасане тоже не позволяется, даже в Ману Самхите. Я не говорю без доказательств ни единого слова. В Ману Самхите вот такая книга, там говорится, то, что те Матаджи, они не должны жить независимо. Ну, имеется в виду, как-то отвечу на это. И вот Ману Самхити, Ману Махарадж, великая личность. Он написал вот такую книгу, что нужно делать, что не нужно, как вести достойную жизнь. И вот там говорится, что Матаджи не должны жить в одиночестве, независимо. Они должны зависеть от гуру, от мужа, от братьев, от отца, если отец преданный. Если отец, например, бывает против какой-то духовной практики или еще какие-то родственники, то с ними как-то у них под их этим руководством жить нехорошо, мягко говоря. И вот Бхактивинода Тхакур тоже пишет об этом. И вот это не вопрос борьбы или критики. И вот суть в том, можем найти какие-то матаджи, которые риши, они видели мантры, проявленные. Много ведических мантр, они были записаны Матаджи Риша, ну, в смысле Матаджи Риша. Они не были обычными женщинами, они были самоосознавшими себя душами. И вот Махапрабху пишет, Джей
Брахман, он естественный гуру, но при условии, что он настоящий брахман. Барнанам, брахмана гуру. Для других варн, вайш, шудр, кшатри, брахман, он имеет в виду подлинные брахманы, имеющие в Кришна Бхакти. Он имеет в виду подлинный брахман, преданный Кришне. Как Рамананда Прабху, он говорил о себе как о шудре. Хридас Тхакур тоже говорил, что какой-то падший мусульманин Яван. И какое-то отношение имеет к нам. Мы знаем, что совершенная сиддханта, вот тот, кто осознал Кришну, тот и гуру. И вот сейчас я могу прийти к тому, что если Махапрабху говорит так, то хорошо. И если и кто-то родился в семье брахманов, принял прибежище у Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханты Сарасвати, они таттва виды, разве они не могут, могут ли они действовать как гуру или нет? Например, они приняли прибежище у Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады, их жизнь полностью посвящена лотосным стопам Шрилы Прабхупады, их таттва-гьяна. Они обрели таттва-гьяну в соответствии со словами Шрилы Прабхупады. Поскольку Шрила Прабхупад сказал, что я пошлю таких преданных, которые подобны мне. Это значит, что мы можем сказать, что они ачарьи, разве это никак? Люди, которые одобрены Шрилой Прабхупадой, они могут действовать как ачарья. Это одобрено им. И Сварупа Госвами также. Они ведут себя достойно, не пишут всякой ерунды, не принимают гирлянды от Матаджи, не завидуют никому. Милость они приполняет их сердца. И как кто-то может говорить, что они недостойны действовать как ачари. И поэтому Шрила Прабхупада Бхакти Сиддханта Сарасвати никогда не назначал никаких ачарьев, не выбирал ачарьев, поскольку кто-то говорит, что не видел никаких достойных личностей, поэтому не было никого не назначил ачарьев. Но если какой-то глупый человек говорит так, будет ли он наказан или нет? Он будет наказан Ямараджем. Ну, тот так говорит и думает, и проповедует, то такие люди будут наказаны Ямараджем. Это как они. И если мы разумны хотя бы, может, мы завидуем кому-то, но, по крайней мере, если вы, ну, хотя бы не говорите о своей глупости на публику, это одно, а если вы говорите, то видно, кто вы есть на самом деле. И вот это очевидные вещи, в любом суде их можно запросто доказать.
И вот как кто-то может говорить, что они недостойны, если сам Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати одобрил их, он мог запросто выбрать их ачарьи, но если он не назначил их ачарьями, то это не значит, что у них не было качеств быть ачарьи. He is the number one responsible person to break the Siddhanta Vichara Popa. He is writing. Srila Siddhartha Goswami Maharaj is the culprit. Number one. He is going to break the Vichara of Gurudev, Bhakti Siddhanta Saraswati. That's why he started Guru Path. Then my question is that, okay, Siddhartha Goswami Maharaj is idiot. Then what about you? You think you are qualified to give diksha? Вот кто-то обвиняет Шридхара Госвами Махараджа. Но если посмотреть на тех людей, которые его обвиняют, то они в тысячу раз хуже. You are making the blunder mistake. You are making mistake now. I don't find one sincere devotee. И вот очень сложно найти хотя бы одного искреннего преданного, который готов полностью посвятить тело, ум и душу гуру и вайшнавам. Гуру и вайшнавам. После нашей гурварги я не нахожу никого, кто бы был готов. Иначе они могли возмущаться, могли возмутиться словам этой организации, что вы делаете, что говорите, но мало кто готов выразить такой протест. А если никто не готов протестовать против этой ереси, то это признак того, что нет ачарьи никакого. Шрила Прабхупад говорил, что единственная обязанность ачарьи – это защищать Сиддханта Вани. Нет, если мы не хотим сохранить свое учение, сохранить нашу Сиддханту, значит, что нет такого эффективного ачарьи. Это также ясно, как в математике, что 2 плюс 2 – это 4. Это очевидно. Если никто не возмущается этому, это говорит о том, что у них нет любви и нет чувства к их Гурудеву. Если весь мир движется в неправильном направлении, сознание Бога превращается в сознание организации какой-то гуруизм. Они не заинтересованы в абсолютной истине, а заинтересованы в каком-то изме, в какой-то конкретной организации. И вот люди заняты этим. И вот они настолько глупы, что не понимают, что это... И вот они не понимают, что это не вопрос борьбы, это вопрос нашего выживания. Кто-то может спорить со мной, но что вы достигнете этим, только потеряете время, поскольку я говорю об абсолютной истине. Вы не можете доказать, что я говорю что-то не так. И вот как некий ачарья писал неправильную сиддханту, вел себя как-то недостойно, скажем так. Принимал гирлянды от женщин, Махапрабху не одобрял даже смотреть на женщин, то, что, ну, имеется в виду отреченным людям, находящимся в отреченном укладе жизни, которые приняли отречение,
дали эти обеты, то есть они не должны, он должен вести себя достойно в соответствии со своими обетами, и даже смотреть на женщин, как сказать, запрещено, ну, не рекомендуется. Имейте в виду смотреть с наслаждением. И вот что Гауранга Махапрабху хотел сказать, имеет какое-то глубинное значение. И мы находим и думаем. И вот тот так называемый Ачарья, он сказал, что, что Гауранга, его братья-боги не могут действовать как Ачарья. И вот после того, как Шрила Прабхупад ушел, Гаудия, к сожалению, распался. Ну, там сказано было не распался, а как развалился. Ему не смешно было слушать и читать его слова. Гаудия Матха — это не какое-то строение из кирпичей, цемента и камня. Гаудия Матха — это не какое-то здание. Может, раньше у вас было представление Гаудия Матхи, а после того, как этот человек совершил оскорбление, он потерял такое сознание, как вот в виде винот. До этого он писал прекрасные статьи, великолепные книги, великолепную сиддханту, но потом он совершил оскорбление, потерял свое сознание и уже не смог сделать ничего подобного, писал наоборот противоположно. Гаудия Матха, он трансцендентен. И если кто-то игнорирует свою связь с Гаудия Матхом, и в этом главное, ну, суть того, что если кто-то, и поэтому этот человек потерял связь с Гуру Парампарой, поскольку потерял связь с Гауди Матхом, и поэтому сила и милость с Гуру Парампарой, она не доходит до него. Сиддханта — это не какие-то упражнения, и не какая-то зарядка и физкультура. Сиддханта — это вопрос милости. Вот даже пятилетний мальчик Ачютананда или Шивананда Сен, он может писать и говорить подлинную сиддханту, хотя не в детском возрасте. И вот мой вопрос, как это возможно? И вот некоторые люди обманывают весь мир. И такие люди будут наказаны, поскольку одурачивают весь мир. И вот шаста говорится об этом, я повторял и еще раз скажу. Вот это шлока. И вот те, кто одурачивает своих учеников, они вместе со своими учениками попадают в ад. Это те, у кого есть подлинные идеи о Гуру Татве, Ачарья Татве, Вайшнава Татве, они боятся стать ачарьями. Как вот Шрила Бхакти Валапратиртха Госвами Махарадж, он никогда не говорил, что он единственный ачарья в мире, а все другие плохие люди. Он никогда такое не говорил. Наш Гаудия Бхакта. Шрила Прабхупад говорил, что мы Гаудия никогда не гордимся тем, что у нас есть какие-то особые качества. Мы не гордимся ими. Любые особенности или особые деяния, совершенные нами, мы не гордимся этим. Мы чувствуем, что это Гуру Варга сделала через нас. Кто мы? Никогда Госвами Махарадж или Бхакти Прадиптхирта Госвами Махарадж, они никогда не говорили, что мы такие великие проповедники.
Они говорят, по милости Шрилы Прабхупады мы сделали то и то. А что мы сделали? Ничего не сделали. Это все милость Шрилы Прабхупады. Он делал это через нас, Садананда с вами. Посмотрите, настолько он смирен, настолько прекрасен. А что мы можем сделать по только по милости Шри Гуру? Я имею в виду, Шрила Прабхупад говорил, мы гауди, мы никогда не... гордимся какими-то особыми качествами или особыми деяниями, которые мы совершили. Мы понимаем, что все это произошло по милости Гуру Варги, и все, весь почет, все уважение, все плоды всего этого мы должны передать нашей Гуру Варге Шриле Прабхупаде. Он в свою очередь Гуру Кишода с Бабаджи Махараджи. И таким образом, вся эта лапха пуджа, практически почет, слава, уважение, это все должно дойти до Верховного Господа через нашу Гуру-Варгу. И вот это одна из десяти, один из десяти видов оскорбления святого имени. Это саду нинда, поношение святых, которые распространяют славу святого имени. Мы не должны критиковать таких людей. И вот я могу привести сотни примеров. Парампуджа Пачала Бхакти Комут Шанта Гусей Махарадж. Наша Гуру Варга. Наша Гуру Варга относится к нему как к своему младшему брату. Мой Гуру Махарадж привел его со своего, ну, привел его в Гаудимати из его дома. Его отец был Вайкунтха Бабу. И дома у них были божества. Забыл, как зовут, Мадмахан, Рада Мадмахан, как-то так. Не так или иначе. Только потому, что он был маленьким мальчиком, но Шрила Прабхупад. Вот я хочу утвердить, показать значимость Ачарьи. Если вот он, Санта Махарадж, был ребенком, это не значит, что он не Ачарья. Шрила Прабхупад признал в виде его, то, что он написал, его статью. Он попросил его однажды написать статью. Его звали Рада Махан, или как-то так, или Рада Раман, как-то так. И вот его попросили написать статью, но редактор журнала начал жаловаться, что он написал неправильно сиданту. Посмотрите, что он пишет. Гуру Севакхой, он написал Дживера Савабахой, Гуру Нитидас. Хотя мы знаем, что Дживера Сурапахой Кришна Нитьядас. Мы никогда не слышали, что Гуру Нитьядас, Кришна Нитьядас, но он написал Гуру Нитьядас, это неправильно. И вот это показали Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупад
начали жаловаться на него, что он, смотри, Сиддханту поменял. Что не так, тут написал, что Дживасвару плохой гуру не тебе даст. Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал правильно. Он написал совершенно Сиддханту. Хотя слово Кришна изменило слово гуру, ну как это может быть совершенно? Да, действительно так. Дживасвару плохой гуру не тебе даст. Кришна не тебе даст, как бы хорошо, но у нас нет связи с Кришной. У нас есть связь с Гуру. Кришна приходит в форме Гуру. И поэтому, то, как он сказал, это тоже правильно, поскольку у нас нет связи с Кришной. Но есть связь с Гуру. Если Кришна, и Кришна также говорит, что я прихожу в форме Гуру, и поэтому что тут неправильно? И вот Дживасвару плохой гуру не тебе даст. И Шрила Прабхупад был очень счастлив, видя такие слова. Любую севу и вот он совершал любое служение. Вот однажды его отправили в Барму. Там Гаудимат проповедовал. Это Бирма по-русски. И вот спросили, можешь ли он туда поехать? Да, конечно. Нужно. И потом отправили в Бангладеш, спросили, можешь ли он поехать? Да, поеду, я один могу поехать. И таким образом он никогда не был. Он всегда был готов совершать любое служение по милости Гурупад Падме. Он был очень могуществен. И кто-то из нашей Гуруварги отправился в Римун, это было Шьямдеш. Она была под руководством Индии. Сейчас не знаю, кому это отошло, это все. Ну, под индийским этим. Ну, в общем, вот это Шри-Ланка, Даманские острова, там вот это все Индии принадлежало, потом отжали, отделились. И вот он проповедовал, там собирал подаяние. Если кто-то спрашивал какие-то вопросы, то он отвечал так, что человеку уже нечего было ответить. И вот однажды один богатый человек, хозяин большого магазина сладостей. Там много рабочих у него было. И вот Радхараман Прабху, это Бхакти Кумар Шанта Махараш, он пошел туда, в этот магазин, и этот человек, хозяин магазина, начал подшучивать над ним. Пришел какой-то преданный с Гаудиматкой, спрашивал, зачем вы Кришне вообще поклоняетесь. И вот этот хозяин магазина был преданным Кали. Он очень любил Кали. И вот если нужны были какие-то сладости, он надо было назвать как-то определенным именем, как, например, ну, в типографии. Like Gorakhpur press, you let
чтобы книжку какую-то купить, надо индекс этой книги назвать его. Он свои сладости тоже так его индексами назвал. Сладкие шарики или сандыши или прочие тоже назывались определенными именами, связанными с Кали. Вот так, и так, и так. Ну, что нужно было всегда имя Кали произносить, чтобы заказать эти сладости. Вот он в честь Кали назвал все свои сладости. Если сладости Айма надо было сказать. Шарики Айма назывались, другое там Кайма, третье, тоже как-то с Кали связано. И вот он говорил, что мы любим Кали, она наша мать, она вот так могущественна. И он так подшучивал с Шанти Махараджи, и тот сказал этому старому человеку: «Вы старый человек уже, что я могу сказать вам? Ну как, что, ты что-то есть, что-то сказать? Есть. Ну давай говори. Смотрите, во время смерти, почему вы кричите «Болу Хари Хари Бол», почему «Кали Бол» не говорите или «Джай Кали»? Почему, когда вы несете тело в крематорий, вы всегда вызываете к именам Рам Сатяхи или Хари? Почему вы-то не кричите «Кали Бол» или там «Джай Кали»? Ну, это человеку совершенно нечего было ответить. И вот Шанта Махарадж такими простыми вещами, он был очень разумен, мог человека на место поставить таким простым примером. И вот Шанта Махарадж вырос, и это было одобрение Шрилы Прабхупады. Ну, кто мы, чтобы что-то говорить о нашей Гурварге, когда Шрила Прабхупада уже сказал. Однажды Шрила Шанта Госвами Махарадж, он очень любил меня, я не знаю почему. Я обрел его милость. Я не мог ему отплатить чем-то. И вот Махарадж однажды сказал мне: «О, мой сын, однажды Шрила Прабхупад дал наставление настоятелю храма, что сегодня Радхараман Брамачари будет говорить Харикатху. И в Гауди миссии. И в то время это не было, ну, миссия, в смысле, Гауди Мат был еще целая организация, еще не распался. Шрила Прабхупада еще не ушел из этого мира. И вот настоятель сказал Радхараману Прабху, что наставление Шрилы Прабхупады в том, чтобы ты должен сегодня говорить Харикатху, да. Да, Шрила Прабхупад попросил вас, хорошо. И буду говорить, не проблема. И вот. Ну, все сидели и слушали. И вот он сказал Харикатху, потом Шрила Прабхупад сказал, что Радхараман, хотя он мал, но все же такую прекрасную Харикатху сказал. О, вы слышали? Да, я тут был на балконе и все слышал. Шанта Госвами Махарадж сказал, Радхараман Брамачари, в смысле, сказал, если я бы знал, что Шрила Прабхупад слушает, я бы не мог ни слова произнести. И вот таким образом они все обрели милость и одобрение Шрилы Прабхупады. Любой представитель нашей Гурварги, как Госвами Махарадж, Сиддханта Госвами Махарадж.
покажите мне кого-то. Это милость Шрилы Прабхупады и одобрение Шрилы Прабхупады на них. И сейчас, если кто-то может возразить, что Шрила Прабхупада одобрил и тех, кто оставил его в будущем. Но смотрите, если ваша цель столь высока, то в этом случае много конкурентов будет, проблем много, майя будет влиять и мешать, постоянно приходить, какие-то проблемы создавать. И те, кто отклонились от пути Шрилы Прабхупады, они будут чувствовать беспокойство из-за влияния майи. И вот была проблема внешняя. Но мы не должны говорить так, что Гаудимадх развалился. Мы не можем сказать так, поскольку во Вриндаване Камса есть в Кришна-лиле. Если будем обсуждать Кришна-лилу, Камса там есть, Джарасанта есть, Шишупал тоже есть, Дантавакра, Джатила-Кутила тоже там. А поскольку мы забываем очень важную шлоку, много раз я говорил о ней, вот эта шлока. И вот если наша цель столь великолепна, столь высока, столь ценна, столь значима, много людей приходят, пытаются достичь этой цели, и естественно, под влиянием майи какие-то проблемы будут возникать. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: «О, Удав, те, кто принимают саньясу и брамачарию, о, Удав, те, кто принимают брамачарию или саньяс, обеты брамачари или обеты саньясы, майя всегда беспокоит их, все полубоги на небесах один за одним будут пытаться помешать им, чтобы они пали. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: «О, Удав, те, кто принимает отреченный уклад жизни, пытаются совершать Кришна-бхаджан, то бесчисленные проблемы будут приходить в их жизни, естественно, поскольку эти проблемы, они организуются майей и полубогами». А почему? Что полубогам делать больше нечего? И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что эти полубоги думают, что этот человек совершает Кришна-бхаджан. Они думают, что этот человек игнорирует нас и отправляется прямиком в Голоку. Это нехорошо. Эти небеса, райские планеты — это тоже часть материального мира, это не трансцендентное. Хотя эти небеса, они в более тонком виде, и вот эти полубоги возмущаются, что кто-то мимо их так проходит и пытается всячески помешать. Вот Индра получает результат в соответствии со своими действиями. Вот сейчас кто Индра? Следующая. Следующий Калпе, Бали Махарадж, ему дали пост Индра. Бали Махарадж, он уже назначен быть, чтобы занять пост Индра в следующей Калпе. И вот в соответствии со своими действиями, ну, этот Индра получит следующее свое назначение.
И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что те полубоги, они завидуют, как они смеют пересечь нас. Вот иногда в форме женщин или стремления к дешевой славе или еще к чему-то майя всячески мешает. И если вы выдержали всех испытаний, они выражают, если они не смогли вас скинуть с пути, то они выражают почтение вам. И тогда все полубоги начинают помогать. Вначале они будут мешать вам, всячески пытаться скинуть с духовного пути, но потом, видя вашу решимость, вашу преданность Гуру, вашу силу, ваше стремление, они будут помогать вам, а не мешать. Как может видеть в случае с Шрила Бхакти Прамодом Пурни Госвами Махараджем или Вамшивада с Бабаджи Махараджем, вы видели, что полубоги приходили получить их даршан и всячески помогали. И вот даже Кришна, он мечтает достичь лотосной стопы Радхарани. Если такая высокая цель, то много всяких желающих достичь, какая-то конкуренция между ними. Какие-то сложности всегда возникают. Это естественно. Те, кто не спутники Шрилы Прабхупады, те, кто оскорбили Шрилу Прабхупаду, они падают, естественно. И в Гаудия-матхе, если я могу показать, что даже во Вриндаване есть Камса, Шишупал, Дантавакра, Мадхури, Гакули Путана, Агасара, Бакасара и прочая нечисть, всякие демоны, которые постоянно мешают Ариштасару. Все эти демоны приходят, чтобы мешать Кришна Лиле. Но это не причина говорить, что Гаудия Матхи что-то плохое. Но если посмотреть на жизнь людей, которые так говорят, особенно на их смерть, то видно, что они как-то не с твоей смертью, мягко говоря, умирают. Если у меня есть любовь к Шриле Прабхупаде, как я могу сказать так? И вот наш даршан, в смысле наш даршан таких людей негативен. Нельзя сказать, что это Вайкунтха даршан, скорее это майя даршан. Вайкунтха даршан не может дать вам возможность видеть недостатки во всем. Нет, Вайкунтха даршан — это совершенный даршан. Вы будете видеть все в гармонии. Если мы достигли уровня Вайкунтха даршана, то мы увидим. И вот и такие люди, они часто раскаиваются. Если сделали что-то неправильно, нужно принять их, простить, как-то помочь им.
И вот я сказал вот таким людям, которые пришли просить прощения, я сказал, что я буквально такой международный отец, если кто-то, как я отношусь к вам, как к детям, если какие-то дети могут случайно ударить, пнуть отца, то отец не обижается, он прощает их. И поскольку те, кто принимают обеты саньясы, Бабаджи Веш, они подобны отцу всех, то есть они должны относиться к другим живым существам, как к своим детям. Я обучился такому мировосприятию, мировоззрению от Шрилы Бхакти Прамода Пурида Госвами Махараджа, Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа, поэтому я никогда не гневаюсь. Я гневаюсь тогда, когда вы оскорбляете Гуру Варгу и говорите всякую ересь о нашей Гуру Варге. И вот таким образом мы видим наш даршан. Это Майя Даршан, а не Вайкунтха Даршан. Если ваш даршан Вайкунтха Даршан, то тогда вы могли сказать так. Если ваш даршан Вайкунтха Даршан, то вы могли сказать позитивно, что два льва не могут жить в одной пещере. Все эти львы живут в разных пещерах. Можно было сказать так позитивно. Или можно было сказать, что Шрила Прабхупад мне думал, что необходимо выбрать какого-то одного ачарью, поскольку он увидел, что большинство его учеников могут действовать как самостоятельные ачарьи. Можно было так сказать, зачем говорить, что как-то совсем плохо. Перед тем, как что-то говорить, нужно дважды подумать, что об этом подумают другие, не обидит ли это кого-то. Но если кто-то говорит, что кто сказал, что никто, кроме него самого, не был достоин быть ачарьей, то это глупо. Это показывает, что такой человек выступает против Шрилы Прабхупады, поскольку Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что мои посланники на Запад, они подобны мне. И как можно сказать такую ересь? Можно было сказать, что большинство из них возвышенные ачарьи, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, он самопроявленный ачарья. Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он тоже самопроявленный ачарья. Шрила Бхакти Прамод Пурида Госвами Махарадж, или Госвами Махарадж, или Шрила Шанта Госвами Махарадж, он тоже самопроявленный ачарья. Как можно что-то плохое говорить о них, если кто-то говорит так, то значит, такой человек сам помещает себя во множество проблем, как он может действовать как ачарья, если он не признает милости слова своего Гурудева, и какое служение он сам совершил для Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Если посмотреть, то ничего особо не сделал, если вообще что-то сделал. Но такие люди еще смеют заявлять, что они лучшие ачарьи в мире, и кто же может одобрить их поведение? И когда кто-то говорит так, это значит, что он теряет свое терпение. И почему? Поскольку он ожидает лапхи пуджи и прачишчи для самого себя. И вот это подобно математике. Because
То есть они даже не готовы признать своих братьев в Боге, а пытаются стянуть все одеяло славы на себя. И вот я прошу весь мир, не только вас, я спрашиваю весь мир. Если посмотреть, то никто из наших гурваги не критикует никаких вайшнавов. Если они говорят что-то жестко, то это в адрес тех, кто отклонился от пути Шрилы Прабхупады или каких-то сахаджиев. Шрила Прабхупада уже сказал, что малейшее отклонение от пути Гурупад Падмы, он может сбросить вас с пути Баджаны, поэтому все наши действия, статьи и лекции. Ну, то есть можно видеть, что кто-то говорит неправильно. Если посмотреть беспристрастно, то видно будет, что есть что. И вот если кто-то пишет такую апасиданту, то это признак того, что не является подлинным учеником Шрилы Прабхупады, поскольку подлинный ученик Шрилы Прабхупады никогда не может совершать таких грубых ошибок, как, например, в словах и статьях Шрилы Кешава Госвами Махараджа, Шрилы Мадхава Госвами Махараджа или Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа. Никогда нельзя найти ничего, чтобы противоречило Гуру Парампаре. У них все в полной гармонии. У них есть огромная любовь и огромное уважение к Гуру Парампаре. А те, кто игнорирует Гуру Парампару, Шрила Бхактивинода Такура пишет в комментариях к Упадешамрите. Это на Бенгали эти комментарии. И вот в Упадешамрите я в следующий день принесу и покажу, что сказал Шрила Бхактивинода Такура. Те, кто какую-то отдельную сиданту придумывают, значит, ну, они какое-то свое новое учение, какую-то от себя тяну придумывают, и поэтому что-то новое начинают. На Упадешамрите Махараджа на хинди говорит Харикатху по Упадешамрите, там тоже дают множество комментариев в каждой шлоке Упадешамрите. И вот кто-то думает, что вот Упадешамрита очень проста. И очень просто исследовать, но если послушать глубокие объяснения, Махабхабджи Махараджа неделю за неделями объясняет каждую шлоку из Упадешамрита. Вот, например, вот это. Вот такое «Утсахат нища дарджат тататкама павартана». «Утсахат» значит «вдохновение». Какая-то поддержка. Махарадж только вот это слово «утсаха», что значит «нищая дарджат». Эту шлоку тоже несколько недель объяснял. Если вы слушаете, вы не поверите, что такое глубинное значение. Какое-то одно слово, но сколько глубины в нем. Дарджа – терпение. Сейчас Махараджа объясняет тататкарма правартана. Тоже долгая история. Direct application.
Нищая значит, я вот несколько могу строк рассказать. Нищая значит такая уверенность и решимость. Думаете ли вы, что у меня нет стабильности? Нищая, значит, я полностью уверен в моей цели. Если вы не уверены в вашей высшей цели, нищает. Без такой непоколебимой уверенности в вашей высшей цели, ваш баджан будет нестабилен. Так долго, пока вы не... достигли уровня стабильности, уверенности, непоколебимой уверенности, я не смогу сказать, что ваш баджан совершенен и то, что вы можете достичь успеха, поскольку вы так, если нестабильны, не уверены. И вот, когда кто-то говорит о какой-то, выражает какую-то неуверенность в Гауде Матхи, в Гауде Сиданте, может такой человек быть пропагандистом, но проповедником его уже не назвать. То есть пропаганда и проповедь — это совершенно разные вещи. Если человек не уверен, не имеет должной, крепкой, непоколебимой веры в Шрилу Прабхупаду, в его учения, в Гауде Матх, у него какие-то может быть или не может, или какие-то сомнения. То есть такой человек не может быть подлинным проповедником. И вот если кто-то не уверен в Шриле Прабхупаде, это значит, что у него нет стабильности в его баджане. Дараджи значит терпение. Когда мы можем обрести терпение? Тогда, когда у нас есть непоколебимая любовь к Гуру Падпадме. Если у меня есть любовь к Гуру Падпадме на 100%, то тогда я не смогу спросить, не смогу надеяться, что просить что-то взамен. Когда у меня есть чистая любовь к Гуру Падпадме, то, несомненно, я не смогу просить что-то взамен, поскольку слушаю Гуру Саву. И вот если у меня есть непоколебимая вера в лотосные стопы Шри Гуру, это значит, у меня есть непоколебимая вера в Нитянанда Баларама, у меня есть непоколебимая вера в Бхагавана Шри Кришну и Радхарани. Если у меня нет такой непоколебимой веры, то я потеряю терпение. Сколько сиддхант я могу обсуждать в своей жизни, она бесконечна. И в тот момент, когда вы отклонились от лотосных стоп Гуру Падмы, то вы потеряете терпение, будете стремиться к лабхе, пузе, пратиште и прочему. Рамачандра Кавирадж. Рамачандра Пури, у него не было терпения, поскольку он отклонился от пути Гуру Падмы. И вот он пытался дать урок своему Гурудеву Парамхамса Шрешти Мадхавенде Пури. Зачем вы плачете? Вы Брахма. Он дал урок Гуру Падпадме. Смотрите, насколько он горд. И Сиддхартха Госвами Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж, это наша Шикша Гуру. Но если кто-то думает, что они его конкуренты, то это глупо. If
Кто-то заявляет, что он друг Шрилы Сиддхарты Гусейна Махараджа, но такой человек, даже слугой Сиддхарты Махараджа, не может стать, даже не может служить ему, ни что говорить о дружбе. Его там... И проблема этого человека, то, что хочет найти недостаток в столь великой личности. И вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто пытаются выставить себя как вайшнавов, и вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто пытаются выставить себя как вайшнавов, это признак того, что они не вайшнавы. Даже более того, те, кто пытаются выставить себя как гуру и ачарьи, Шрила Прабхупад говорит, это признак того, что они гарантированно не являются ни вайшнавами, ни гуру, ни еще кем-то. И вот я сказал всю Сиддханту Шрилы Прабхупады и Ванаша. И мы должны понять все это правильно, понять, что где Сиддханта. Я не пытаюсь бороться с кем-то. И вот наш Шрила Шанта Госвами Махарадж, он совершил огромную гуру-севу. Но после того, как Шрила Прабхупад ушел, случился нечто необычное, но я никогда это негативно не воспринимаю и не объясняю. И вот вопрос выживания самого, тот, кто может приспособиться лучше всех. И после ухода Шрилы Прабхупады был такой, проверка такая, экзамен, кто выживет из всех. И вот Шрила Сиддхарта Госвами Махарадж, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, они все выжили, всю свою жизнь жили идеально. Но если кто-то говорит, что они не могут действовать как ачарьи, то что за наказание ждет такого человека? Если кто-то спрашивает, кто дал указание Шрилы Сиддхарте Махараджу быть ачарьей, то я отвечу. Они самопроявленные ачарьи, а кто дал вам указание быть ачарьей? И как вообще стали им? То есть, если посмотреть на ваши действия, слова, то ничто не подтверждает, что вы ачарьи. И вот ачарья, он самопроявлен. Кто назначил Шрилу Шанта Госвами Махараджа ачарьей? Или нашего Сиддханта Госвами Махараджа, или Госвами Махараджа, они самопроявленные ачарьи. У вас нет права говорить что-то против. Если говорить о том служении, которое совершал Шанта Госвами Махарадж, это огромное время займет. И вот расскажу пару случаев. И вот Шрила Бхакти Валабхатхирта Госвами Махарадж ушел из этого мира, и пустота образовалась. Мы не можем запомнить пустоту, которая образовалась после его ухода. Он пел прекрасные киртаны. Кришна Дас Бабаджи Махарадж тоже ушел. И кто же может заполнить то пространство, образовавшееся после них. И вот я расскажу случай во время Гаура Дхама Парикрамы. И вот во время Навадвип Дхама Парикрамы была ответственность Шрилы Шанта Госвами Махараджа, данная Шрилы Бхактивиласа Тхирта Госвами Махараджа, что ты должен вести
ну, вот всю эту проповедническую миссию. И вот Шантан Госвами Махарадж взял данду и начал петь, как сумасшедший. Он так прекрасно пел. Все, куда бы он ни шел, он, ему не нужен был микрофон. Он очень громко пел своим голосом. Очень прекрасно. Во время Ратха-ятра Гундича Мандира Марджана, как прекрасно он пел, Шрила Шанта Госвами Махарадж. Если был там, то это было подлинное Гундича Мандир Марджана. Когда они находились в этом мире, это было ощущение Вайкунтхи. Я даже не... И вот я чувствовал, когда они были здесь, это было больше, чем Вайкунтха. Вчера я сказал одну шлоку. И вот я, все, Матаджи, Питаджи, дети, взрослые, пожилые, молодые, с вдохновением взяли веники и начали петь и петь и очищать храм Гундича. Шрила Шанта Госвами Махарадж пел киртана, они все с таким огромным вдохновением подметали храм Гундича, они читали. И процитировали эти стихи с Чайтанья Чайтамриты. И вот во время Ратха-ятры перед Джаганатхом Шрила Мадхава Госвами Махарадж танцевал. Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж танцевал. Это ощущение было больше, чем на Вайкунтхе. Это зовется, и он зовется Шрила Шанта Госвами Махараджа. Один Шрила Шанта Госвами Махарадж, его было более чем достаточно. У нас нет права критиковать его. Мы очень удачливы, что мы обрели такого великого вайшнава. Я горжусь нашей Гурваргой. Кто может критиковать его? Кто смеет? Я готов... Всех слова разбить такими аргументами. И вот та шлока, с которой начал. Абхирам Гопал — это один из 12 гопалов, два даши гопалов. Я уже говорил про него, он не... Он был спрятан в Гавардхане в своем теле, и потом Нитьянанда он привел сюда. Но это долгая история, в следующий раз расскажу. Он также, мы молимся его милости, сегодня день его ухода, и Шрила Шанта Госвами Махарадж, день его явления.